начинается с основания и вперед. И вы хотите создать давление на точку Юджен. Вы достигли максимального поворота и сжатия, и теперь вы начинаете снимать напряжение. И вместе с этим происходит сгибание шеи вниз, 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 до положения в 90 градусов. Подбородок в идеальном случае достигает грудины, вытягивается до груди. Подбородок прижимается к горлу, и позвонок за позвонком вы начинаете подъем очень медленно. Дыхание естественное, глубокое. Убедитесь, что в конце движения подбородок и челюсть расслаблены, Юджен открыта, и вы выталкиваете ее немного назад, за линию плеч. Опять расслабление, и еще один цикл. Вытягивание. Теперь полный поворот головы при движении вниз. Третье движение начинается с вращения в обратном направлении. Расширение отсюда, давление отсюда вниз. Четвертое движение, подбородок прижат, полное вращение и открытие, и одновременно позвонок за позвонком медленно поднимаем голову. Второе упражнение опять начинается с полного вращения на оси и полного открытия Юджен. Постепенное сгибание шеи, позвонок за позвонком, сверху вниз. Расслабляйте, расслабляйте подбородок, челюсть, основание черепа, всю шею, плечи. Теперь вращение в обратном направлении начинается с вытягивания подбородка вниз. Затем движение продолжается за счет вытягивания подбородка вперед и достигает максимума, когда взгляд обращен вверх. Очень важна мягкость и плавность выполнения этого вращения. Подбородок прижимается назад и открывается Юджен. Когда открытие завершено, вы выталкиваете всю шею немного назад за линию плеч. Третье упражнение. Вы открываете руки с боков, расслабляете плечи и затем устанавливаете кисти на бедра. Полностью расслабляете запястья, плечи. Сгибаете шею до угла в 90 градусов. Расслабляете ее. И теперь тратите время на растяжение всей области, особенно на растяжение зоны трапециевидных мышц, до тех пор, пока вы не начинаете чувствовать и ощущать седьмой шейный позвонок. И затем вокруг этого центра, который станет центром вращения в этом движении, вы поворачиваете голову налево. Вся шея представляет собой единый центральный элемент, поворачивается относительно центра вращения седьмого шейного позвонка вправо. Боковая растяжка, которая осуществляет боковое разделение, и боковое раскрытие позвонков. Все время, сохраняя выравнивание по оси, поворачиваете голову. Расслабьте челюсть, расслабьте Юджен. Голова выровнена, плечи расслаблены. Затем опять наклоняем шею. Очень важно при вращении сохранять повернутое положение головы и не менять его. Круг седьмого шейного позвонка как центра вращения поворачиваются, при этом всегда удерживайте подбородок прижатым к горлу. Затем, когда височная кость оказалась на одной линии с плечом, боковая растяжка. Да, во время боковой растяжки вы открываете Юджен, расслабляете подбородок, поворачиваете голову наружу. Поворот всегда осуществляется отсюда, поэтому вы поворачиваете ее на оси, выравниваете всю шею лицом наружу. Стоите прямо, расслабляете плечи. И теперь поворачивайте голову налево и направо. С каждым поворотом вы пытаетесь расслабить шею все больше и больше. До тех пор, пока вы не почувствуете разделение и движение
в дачуэй, в седьмом шейном позвонке. Возвращаетесь обратно в центральное положение. Последняя часть упражнения. Голова дракона прорывается, пробивается в небо. Повторяйте поворот, вращение, поворот, вращение, но сохраняя центральную линию, как линию, относительно которой совершается движение. И с каждым поворотом вы открываете один позвонок. Открываете один позвонок. Открываете один позвонок. Медленно поднимаете голову. Расслабляете последний позвонок, и вы видите, что мы вернулись к Юджен. Как птенец, пробивающий скорлупу яйца, создаете постоянное давление, как будто пытаетесь прорваться вашей головой через что-то. И во время этого движения вы сохраняете вытягивание, пока ци не достигнет пайхуэй, макушки головы. Четвертое упражнение сфокусировано на открытии грудной клетки, стимуляции легких, сердца и вилочковой железы. Движение начинается с открытием журавлем своих крыльев. Важно расслабить плечи, локти отведены назад, расслабьте лопатки. Лопатки должны выталкивать вперед грудную клетку, поясница расслаблена. И журавль расправляет крылья. Поднимите руки. И теперь очень важно раскрытие. В этом положении вы растягиваете область второй, четвертой грудные позвонки. И теперь с помощью следующего движения вы должны в буквальном смысле втолкнуть эту точку внутрь. Плечи опущены вниз, поясница расслаблена, позвоночник выровнен. И фокус приложения усилий сосредоточены на области джаджи. И остальные части тела расслаблены, насколько возможно. Когда давление отсюда начинает распространяться вокруг. Если руки расслаблены, вы почувствуете, что кисти естественно начинают поворачиваться, а затем растягивание и открытие. Локти опускаются, плечи расслабляются, возвращаетесь назад к открытию, первоначальное положение. Опять растяжение и сжатие во время раскрытия. Удлиняйте, как если бы что-то действительно растягивало вас в стороны. И затем локти опускаются, плечи расслабляют. И опять назад, в положение открытия, поднимаете, растягиваете и сжимаете. И теперь следующая часть упражнения. Она будет сфокусирована на полном открытии рук назад до максимального растяжения. Вы тянете локти назад. Шея расслабляется назад. Давление становится все больше и больше. А затем расслабьтесь, и при расслаблении происходит удлинение вперед. И локти создают движение и вращение в плечевых суставах. Еще раз открываете до максимума. Вы видите, грудная клетка выдвигается вперед, максимально возможное выравнивание плеч. Затем локти стягиваются с усилием к центру, плечи нажимают вниз, удлиняя сегменты трапециевидных мышц. Расслабьте диафрагму, брюшную полость, поясницу. Медленно поднимайтесь. Вращение в плечевых суставах и максимальное вытягивание. И следующее упражнение – натяжение, растяжение. Движение крыльев, это создает волну, которая толкает ладони. То есть фактически, чем больше вы расслабляетесь, тем более естественно происходит толчок ладони. И постоянное ровное давление удерживается в течение нескольких циклов дыхания. А затем расслабьте и сформируйте клюв, как если бы вы что-то схватили. Тяните кисть внутрь, и что создает это натяжение кисти? Оно тянет все фасции и сухожилия от шеи. Чем больше вы тянете здесь, тем больше растяжение здесь. И последнее движение – раскрытие кистей в три этапа. Первый, второй
И третий. Толкайте. Максимальный толчок. Делаем несколько циклов дыхания, удерживая постоянным это усилие. Более и более. Чем больше вы можете толкнуть, растянуть и расслабить, тем лучше. Затем опять расслабляем кисти, поворачиваем. И вы замыкаете суставы в заднем положении. Закрываете руки к центру. Кисти встречаются перед грудью. Соедините пальцы в замок. Плечи опускаются вниз, а локти поднимаются. Следующее упражнение. Дракон разгоняет облака. Оно работает и сфокусировано на точке напротив солнечного сплетения, примерно соответствующей 10-12 грудным позвонкам. Грудная клетка очень часто уплотнена и сжата, и открытие и расслабление джонгшу, точки на позвоночнике, позволяет контролировать диафрагму и расслабить грудную клетку, которая, в свою очередь, осуществляет массаж внутренних органов и подготавливает тело для большего открытия и более глубокого вытягивания позвоночника. Вы начинаете с подъема рук, поворачиваете и толкаете ладонь. Поворот плеч наружу. Почувствуйте растяжение, проходящее по шее. Талия расслаблена, и ци поднимается. Соедините ладони, равномерное давление вверх в течение нескольких циклов дыхания, затем разверните ладони вниз, опустите руки. Само упражнение с постепенного округления позвоночника, начиная с Юджен, Дачуэй, точки Чинглонг расслабляются, Джаджи, и так до Джонгшу, до солнечного сплетения. Вы стремитесь согнуться в этой точке. Остановитесь. Весь позвоночник вытянут, поясница расслаблена. Теперь вы поворачиваетесь вокруг оси позвоночника. Голова остается расслабленной, лицо обращено вниз. Это создает растяжение и открытие бедер. Поворачивайтесь, как флюгер, вокруг этой оси налево в этом случае. Весь позвоночник скручен и удлинен. Затем раскручиваетесь. Боковая растяжка и нижний отдел позвоночника открывается. Бедра поворачиваются, создавая полную боковую растяжку. Поворачивайтесь в другую сторону. И снова скручивание и раскрытие позвоночника. Первая часть боковой растяжки. Расслабляете одну и вторую точки. И вторая часть боковой растяжки. Полная, с максимальным растяжением и максимальным сжатием. Очень важно, расслабьте все, и вы почувствуете давление здесь, и открытие джонгшу и солнечного сплетения здесь. Затем возвращаетесь в центральное положение, и фаза подъема сопровождается описыванием кругов плечами и лопатками. Который массирует весь позвоночник, весь корпус, все органы. Медленно поднимайтесь. Опять вытягивание вверх, разъединяем кисти, толкаем, толкаем. И следующее упражнение. Упражнение «Кольцо змеи» работает над открытием точки Мингмен. И снова джонгшу, снова грудная клетка, но в особенности над точкой Мингмен. С механической точки зрения упражнение начинается с открытия позвоночника, начиная с шеи и полного расслабления рук. Расслабьте подбородок, расслабьте челюсть, откройте юджен, Дачуэй, Чинглонг. В дыхательном цикле акцент на выдохе. И с каждым выдохом, вдох, выдох. Открываем один позвонок. Вдох, выдох. Второй. Вдох, выдох. Третий. Четвертый. Во время вдоха ничего не движется. Движение осуществляется на выдохе. И так далее по всему позвоночнику вниз. Обращаем особое внимание на расслабление грудной клетки, джонгшу, джаджи,
для того, чтобы была возможность открыть Мингмен. Затем вы продвигаетесь за Мингмен по всему пути через четвертый, пятый поясничные позвонки к кресту каждым выдохом, как и в начале. Некоторое время расслабляемся, а затем поднимаемся в обратном порядке. Вдох, выдох. Пятый поясничный позвонок, вдох, выдох. Четвертый, вдох, выдох. Третий, второй, первый. 12-й грудной, 11-й, 10-й, 9-й, 8-й, 7-й, 6-й и так далее, все подряд до верха. Затем голова и руки поднимаются вместе, затем следует прогиб назад, раскрытие назад, полностью расслабьтесь. Позвольте весу рук потянуть весь остальной позвоночник. Очень медленно возвращаемся в исходное положение. И теперь волнообразное движение позвоночником от крестца, толкая и расслабляя его. Все больше и больше. Посредством движения вы стараетесь расслабить его, скоординировать движение, добиться подвижности позвоночника через снятие напряжений и раскрытие поясницы и талии. Следующее упражнение – талия дракона. Сфокусировано опять на джонгшу и на открытии и снятии напряжения с грудной клетки. Но основной фокус внимания направляется на Мингмен и в особенности на Гао Янг, пространство между крестцом и пятым поясничным позвонком. Само движение заключается во вращении нижнего отдела позвоночника, в то время как остальная часть тела остается неподвижной и просто следует за этим вращением, ведущим элементом которого являются бедра. Если вам удастся расслабиться более, будет легче отделить грудную клетку от движения бедер и движения нижней части поясницы. Это движение создает явное сжатие и расслабление брюшной полости, которая должна быть очень расслаблена. Во время движения внимание концентрируется на движении сегмента джонгшу вокруг области солнечного сплетения, расположенного спереди, и почек сзади. Происходит глубокий массаж печени и селезенки, расположенных с боков, снятие сжатий в кишечнике, в нижней части кишечника и толстой кишки в целом. Мы переходим к упражнению приседания тигра. И теперь мы явно фокусируем внимание на бедрах, на бедренной кости, на освобождении бедер и на движении головки бедренной кости внутри сумки бедренного сустава. Стопы широко раскрыты и расположены под углом в 180 градусов относительно друг друга. Движение рук напоминает движение рук в упражнении «Журавль расправляет крылья». И сопровождается приседанием, при котором позвоночник должен быть прямым с помощью предыдущих движений. Мы расслабили весь позвоночник, и теперь крестец в буквальном смысле тянет и растягивает остальную часть позвоночника. Затем руки завершают круг, и вы возвращаетесь в положение стоя. Сзади это будет выглядеть вот так. Открытие, приседание. Расслабьте позвоночник, талию, то позвоночник идеально выровнен, бедра раскрыты, колени расслаблены. Закрываете руки, и теперь очень важно толкнуть вверх из ануса, из гениталий очень сильно и вытолкнуть ягодицами остальную часть позвоночника. Растяжка тигра. Из позиции приседания тигра мы полностью закрываем стопы внутрь, поворачивая бедренные кости внутри сумки тазобедренного сустава абсолютно в противоположную сторону. Раскрытие тазобедренных суставов и разделение и растяжка тех связок, которые внутри прикрепляют крестец к тазовым костям. То есть здесь вы хотите буквально открыть.
Расстояние между стопами не очень важно. Что важно, это как можно больше развернуть стопу вовнутрь, и сила и давление в пятках. Сила, которая толкает, выпрямляет колено. И чем больше вы можете выпрямить колено и увеличить давление на пятку, тем лучше. Затем руки впереди, тянете таз назад, вытягивая корпус вперед. Вы видите, что бедра уходят назад, за центральную линию, толкая назад, растягивая крестец и нижнюю часть позвоночника, и расслабление, открытие точки минмы, и выпрямление позвоночника, но снова и снова фокус на том, насколько вы можете развернуть стопы вовнутрь, открывая и растягивая бедра здесь. Когда вы достигнете своего максимума, вы вытягиваете руки вперед, растягивая весь позвоночник, и потом расслабляетесь, опускаясь вниз. То есть расслабляетесь, начиная с поясницы, делая ее округленной, и здесь раскрываете позвонки, так же, как и в предыдущем упражнении «Кольца змеи». И затем, тем же методом, закрывая стопы вовнутрь и толкая колени наружу, тянем бедра и позвонок за позвонком поднимаемся. Бедра закрыты вовнутрь, и раз, два, три, поднимаемся вверх. И когда встали, руки поднимаются над головой, и колени сгибаются вовнутрь. Колени тянутся в центр друг к другу, и бедренная кость, головка бедренной кости еще раз разворачивается в новое угловое положение, расслабляя и растягивая ягодицы, колени тянутся вовнутрь, и весь вес тела собирается, как в треугольнике, в эту точку, а оттуда вниз в землю. И вы дышите несколько раз, удерживая эту позицию, расслабляя и выравнивая все тело. Следующее упражнение – это небесная колонна. Это статическая позиция. Тянем руки вниз к пупку, ноги выпрямлены, стопы параллельно и недалеко друг от друга. Руки открываются по бокам и опираются на бедра. И теперь, если вы открыли все точки и грудная клетка расслаблена, вы сможете изолировать движение поясницы, которое идет вперед, следуя за движением коленей, которые, в свою очередь, сгибаются вперед, как будто вы хотите встать на колени на землю, растягивая и удлиняя нижний отдел позвоночника. И удерживаем эту позицию с целью растянуть нижний отдел позвоночника, расслабляя ягодицы и внутреннюю поверхность бедер. Дышим глубоко несколько раз, расслабляя шею, и потом медленно поднимаемся, и ци тянет вас вверх. В конце упражнения цель – это сохранить вытягивание вверх. И вся нижняя часть тела, тазовое дно, живот, внутренние органы поднимаются вверх. Позвоночник выпрямлен. И последнее упражнение в форме. Мы закончили работать с бедрами, с верхней частью ног, и теперь упражнение будет фокусироваться на голеностопе и стопах. Упражнение само по себе очень простое. В нем мы учимся передавать силу, фокусируя усилия через голеностоп к стопе. То есть вы толкаете ци, и в том числе через расслабление связок и фасций, вы будете четко чувствовать, как масса энергии опускается вниз. И вы просто делаете круговые движения, концентрируя это усилие. И затем, удерживая это положение стабильным, так же, как мы делали в упражнении «Небесная колонна», как статическое положение, глубокое дыхание,
до тех пор, пока естественным образом, если сила была хорошо переведена в стопу, вы будете чувствовать, как что-то начинает закрываться в точке хуэ-инь. И ци начинает пробиваться вверх по телу, из ноги вверх, и через поднятие ноги вы хотите закрыть, втянуть и закрыть, запереть ци внутри и удерживать крепкий замок при помощи ноги.